В декабре 2018 года официальное издание Киевского городского совета «Газета Хрещатик» обнародовало принятое ранее решение Киевсовета о переименовании улицы Маршала Жукова в Деснянском районе города на улицу Кубанской Украины. Таким образом, это решение вступило в силу, а улица Кубанской Украины окончательно и бесповоротно появилась в публичном пространстве украинской столицы. Целью этой идеи было чествование борьбы за независимость и за воссоединение с Украиной украинцев в Кубани в 1917-1921 годах. Ведь эти события являются неотъемлемой частью истории Украины. Стихийное заселение украинской Кубани началось еще в середине 18 века. Но отмена украинской автономии и коварное уничтожение Запорожской сечи российской императрицей Екатериной II в 1775 году значительно усилили и ускорили миграцию украинцев на Кубань. Основную часть переселенцев составляли запорожские казаки. Правда, официально в свое распоряжение эти земли они получили лишь в 1792 году. Казаки отдельными отрядами переправлялись через Азовское море до Ейского лимана, где, выбрав себе полковника и атаманов, строили курени, занимались рыболовством и охотой. Поздняя волна переселений уже коснулась не только запорожцев, но и бывших реестровых казаков, то есть селян с левобережной Украины. Переселенцев привлекали не только плодородные земли Кубанско-Ейского междуречья, но и возможность в определенной степени восстановить сечь и сохранить старый запорожский уклад и образ жизни, хозяйство, который держался у них аж до 30-х годов 20 века. Черноморцы придерживались украинских обычаев и традиций, исполняли аутентичный фольклор и общались на украинском языке. Первая мировая стала переломным моментом в истории Кубани, как в целом и всего остального мира. Она ускорила падение империй и социально-национальные революции почти во всех государствах Центральной и Восточной Европы. Украинская революция 1917-1921 годов вызвала к жизни украинское государство нового времени. Украинская идея запустила не только возрождение Кубани, но и украинского населения Воронежщины, Стародубщины, украинского Дальнего Востока, где пытались создать Дальневосточную Украинскую Республику, и даже Китая, где в Харбине действовали мощные украинские культурно-общественные учреждения. Кубанцы воевали в вооруженных силах УНР, появились высшие и средние украинские учреждения в Екатеринодаре и других станицах. Частью Украины был Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Брещина, Кубанская Украина, Кубанская Народная Республика, затем самостоятельная Кубанская Народная Республика. Это казачье государственное образование на Кубани, которое возникло в 1918 году и просуществовало 1 год и 9 месяцев. По первой конституции КНР был провозглашен ее состав из Кубанской области, Черноморщины, Черноморской губернии, Ставропольщины, Ставропольской губернии, Терщины, Терской области. 20 января 1918 года Законодательная рада самостоятельной Кубанской Народной Республики приняла резолюцию о присоединении Кубани на федеративных началах к Украинской Народной Республике. Но из-за агрессии Советской России это объединение не произошло. 17 марта 1920 года Кубанская Республика была уничтожена большевиками. А уже после этого пора деукраинизации и безумного наступления русского шовинизма в 1920-30-х годах ликвидировала украинское национальное сопротивление в пределах российского государства. Официальная советская историография особенно тщательно скрывала от украинцев факты, связанные с украинским населением Кубани и его борьбой за вхождение в соборное украинское государство. Причина этого очень проста. Публичное признание этих страниц истории ставит под сомнение всю современную концепцию российского государства и государственности.
Возрождение памяти и достойного чествования страниц истории Украины, связанных с Кубанью, не только усиливает политическую субъектность Украины, но и укрепляет роль и лидерство Киева как исторического, духовного, культурного центра всех украинских земель, как тех, что находятся в составе современного украинского государства, так и тех, которые остались за его пределами. К слову, понятие «кубанская Украина» является таким же политико-географическим понятием, как и «наднепрянская Украина», «слободская Украина» или «северская Украина». Возрождение памяти о кубанской Украине и появление в украинской столице улицы Кубанской Украины – это серьезный информационный удар Киева по России. Для тех, кто до сих пор считает, что переименование улиц – это какие-то детские шалости, будет интересно узнать, что процесс общественного обсуждения об упразднении улицы маршала Жукова в Киеве летом 2017 года освещался на уровне российского центрального телевидения. Для попытки завалить кубанскую Украину в электронном голосовании на сайте КМДА российская агентура в Киеве с помощью анонимайзеров массово привлекала голоса граждан РФ, что было задокументировано киевскими активистами. В конце концов, когда неотвратимость появления в Киеве улицы Кубанской Украины стала очевидной, россияне даже выпустили ряд телесюжетов о Кубани как об исконно русской земле, хотя принадлежность региона к России в самой России еще никогда ранее не ставилась под сомнение. Возрождение национальной памяти украинцев Кубанской Украины является токсичным для России. Эта память разрушает идеологию русского мира изнутри. Изучая диалектологические карты, на которых показано распространение украинского языка 100 и более лет назад, легко увидеть, что кроме украиноязычной Кубани, землями, где говорили исключительно на украинском, был Донбасс и вся территория юго-востока Украины, которую Россия в 2014 году неудачно пыталась сделать Новороссией. Эти земли исторически и этнографически всегда были Украиной, однако подверглись многолетнему безобразному влиянию Московии по размыванию украинского этноса, которое началось еще при Екатерине II. Но особенно наглядно этот процесс можно увидеть на территории Кубанской Украины. С конца 18 века территория Кубани была заселена запорожскими казаками, а по переписи 1897 года 47% населения Кубанской области, которая включала не только этнически украинские территории, признавала своим родным языком украинский, а кое-где, например, на Темрючине, этот показатель достигал 75%. По переписи 1926 года украинцами себя назвали 62% населения Кубани. Но куда делись все эти украинцы и запорожцы? Куда делся с Кубани украинский язык? Почему десятки кубанских городов и городков с типично украинскими названиями сегодня населены не украинцами? История Кубанской Украины, а в конце концов и Донбасса, в определенной степени Крыма и всего юго-востока Украины, ставит перед украинцами большое количество неудобных вопросов, которые очень некомфортны для постколониального украинского сознания, но не ответив на которые, мы рискуем так и не усвоить главного урока. Кубанский урок для Украины о том, как легко потерять свою идентичность и раствориться в другом народе, если не уделять этому внимания и не заботиться о собственной культуре, образовании, традициях, языке и истории. Кубанский урок о том, как отсутствие внутреннего единства и недальновидность лидеров приводит к национальной катастрофе, исчезновению целого народа. Кубанский урок о том, чем в действительности является русификация и чем она закончится, если ей жестко не противостоять. Наконец, кубанский урок – это о том, что неизбежно ждет Украину под прямым или косвенным контролем России. Хотите увидеть всю Украину без национальной культуры и языка? Тогда смело отправляйтесь на современную Кубань. В культурном измерении она практически ничем не отличается от обычной российской провинции. В данный момент это касается и отдельных районов Луганской и Донецкой области.
Усвоит ли Украина кубанский урок и сделает выводы, покажет время. Но уже сейчас, говоря, что Крым и Донбасс – это Украина, нужно не забывать восстанавливать историческую память и о кубанской Украине, безусловной составляющей истории Украины. С Кубанью связаны славные и яркие страницы прошлого украинского народа. Кубань дала Украине плеяду выдающихся общественных и культурных деятелей, борцов за независимость. Но в то же время Кубань – это и предостережение. Отказаться от этой памяти означает согласиться на национальную амнезию, которая избавит украинцев перспективы. Бережное сохранение памяти о кубанской Украине и изучение ее уроков – это залог выживания украинского народа сегодня и завтра. Слава Украине!